Альдекальда! Сука! Отмах, так,
же бестия! Пришила ста... Старая сука! Когда ты сдохнешь, я пойду выслеживать ее! Адам Смешер, я тебя помню. Ты когда-то пообещал, что убьешь Сильверхенда. Я тебе открою маленький секрет. Джонни сегодня с нами. Он не может говорить, но я его чувствую у себя в голове. Что за херню ты несешь? В конце концов... Сильверхенд добрался до тебя.
Я справлюсь. Точка доступа находится перед тобой. Подключись к ней, войди в сеть и найди меня на той стороне. Давай, обопрись на меня. Да, пожалуй. Пойдем же мы с тобой вперед, по улочкам, где нас под небом вечер ждет, что распластался, как под наркозом пациент. По улочкам, наполовину молчаливым, в их шуме еще живы дешевые ночлежки, где никогда не спят, и кабаки с опилками, что под ногой шуршат. Улочки, что тянутся, как роковой момент, в тоскливом споре, где твой оппонент готовится тебя сразить, задав вопрос. Только не спрашивай, какой. Уже уходим мы с тобой. Получилось, Джонни. У меня все-таки получилось. У тебя был отличный план. И ты его выполнил. Ты клевый, Ви. О, да ладно. Ну-ка, повтори, пожалуйста. Уши надо мыть чаще, балбес. Ты что-нибудь видел? Или тебя совсем отрезало? Супрессоры меня слегка замедлили, но я все видел. Столько людей погибло, чтобы я сюда добрался. Жаль, что с Солом так вышло. Это я виноват, что Смешер вообще здесь появился. Так это она? Та самая жуткая тюрьма душ? Я запомнил ее немного иначе, но тогда Альт не стояла у руля. И где же все жертвы душегуба? Да хер его знает. Мы видим только то, что хочет Альт. Ну, когда начнем? Ты что, до сих пор не понял? Чего? Ты о чем сейчас? Альт нас уже разделила. Она врубила душегуб, как только ты подключился к Микоши. Твоя баба времени не теряла. Я не его баба. Жаль.
Джонни бы пошло на пользу, если бы вы были вместе. И это говорит такой же конструкт, который сидит в тюрьме Арасаки. В смысле? Я что теперь, я Энграмма? Ага, как и я. Еще шутки будут. Вы все еще собираетесь разнести Микоши? Ага, по кирпичику. А что будет с теми, кого сюда кинули? Я освобожу их и заберу с собой. Ага, давай, пизди больше. Ты их всех поглотишь и сделаешь частью своего кода. И я бы сказал, это лучшее, что могло их ждать. Погоди, погоди. Я хочу узнать, что со мной случилось. В подробностях. Я использовала душегуб, чтобы разделить вас и создать конструкт V. Дополнительный энергетический протокол блокировал болевые ощущения. Из энграммы не удалось устранить все изменения, вызванные смешением сознаний, но ее целостность высока. То есть ты можешь перенести его сознание обратно в мозг? Как если бы это был чистый носитель. Значит, все кончено. Ты выполнила свое обещание. Я не приняла во внимание только один аспект. Альт, какой? При таких операциях тело ключевой фактор. Чип реконфигурировал ДНК слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейрон. Блять, давай сразу к делу. Ты умрешь вскоре после того, как я скопирую конструкт в твое тело. Этого уже ничто не изменит. Блять. Тебе осталось жить еще полгода. Может, немного больше. Нет, нет, нет. Должен быть способ. Мы можем что-то придумать. Твое тело будет считать тебя чужаком. Погоди, это же мое тело. Биочип изменил его навсегда. Теперь оно принадлежит Джонни. Альт, дай нам минуту. Нам с Ви надо поговорить. Ну, охренеть. Все было зря. Все было бесполезно. Я больше не могу. Я устал. Особенно от тебя. Круто. Значит, действуем по плану. Я ухожу с Альт в ебаное ничто, а ты забираешь тело. И куда она может тебя увести? За черный заслон. Чтобы стать ее частью. Не знаю, что это значит. Мне казалось, жизнь не стоит того, чтобы так за нее цепляться. Она и не стоит. Нет. Присмотрись. Видишь блики из-за черного заслона? Они дают надежду. Может, это адское пламя или не... небесный свет? Может, так Энграмма воспринимает код? Но это путь к выживанию. Мы научились превращаться в данные, но внутри нас все еще сидит зверь. Заглушить его инстинкт выживания почти невозможно. Да. Этот зверь – часть природы человека, как и сопротивление. И что там за черным заслоном? Если я окончательно не слечу с катушек, меня там уже никто не достанет. Может, побудешь конструктом, пока мы ищем другое решение? Другое решение требует договариваться с Арасакой. Я пас. Неужели нет другого пути? Повторюсь. Джонни может забрать твое тело, а ты можешь пойти со мной. Я имел в виду не это. Разве не может быть, типа, счастливый конец для всех? Для всех. То есть и для таких, как мы? Не в этом городе. По крайней мере, у тебя есть выбор. Ты заслужил его своим упорством. Мост ведет глубже в киберпространство. И если ты перейдешь его, то навсегда утратишь связь с телом. Обратный путь к телу проходит через этот колодец.
Альт, скажи, что бы ты сделала на моем месте? Ты должен пойти со мной. Расскажи хоть, что меня там ждет. Я стану прямо как ты? Я была нетранером. Я знала, как выживать. Ты не похож на меня. За черным заслоном много опасностей. Но лучше погибнуть, как вольный дух, чем умереть в обреченном теле. Не делай этого, Ви. Воплотится твой самый жуткий кошмар. Сеть изменит тебе. Ты перестанешь быть собой. А ты? Я сделал первый шаг к этому уже давным-давно. Мне будет легче справиться. Мы договорились. Я сказал, что тело должно остаться тебе. Но я не могу. Не могу. Извини. Да ладно, не извиняйся. Мы с тобой давно знали, как все сложится. Хватит, прекрати пороть херню. Только если ты прекратишь извиняться через слово. Сука, я собираюсь одним ударом прикончить друга и разорвать свою душу пополам. Ты даже не представляешь, что я чувствую. Как знакомо. Где-то мы с тобой это уже слышали, правда, Ви? Я останусь с тобой. Хочешь ты того или нет? Твою мать, ты даже не пытаешься защищаться! Знаешь, ты научил меня, что не надо каждый раз рвать жопу. Нужно копить силы, чтобы однажды сделать большой бум. Одну секунду. Общий ущерб превышает годовой бюджет небольшого государства. Вот так тебе, Арасака. Понравилось падать до самого низа? Ха-ха, три раза! Но не волнуйтесь, серые массы. В нашем чудесном Найт-Сити ничего не изменится. Как и следовало ожидать. В пыли и хроме жили, в пыли и хроме умрём. Кстати, про пыль. У меня для вас две новости. Хорошая и плохая. О, хорошо помню эту дамбу. Тут все началось. Я тогда совсем тебя еще не знала. Что ты обо мне думала? Пыталась понять, похожи ли мы. Хочешь ли ты доказать самому себе что-то важное? Конечно. Мы оба хотели. Но вряд ли ты думала, что все кончится вот так. Ну да, с этим трудно поспорить. Найт-Сити нас перемолол, будь здоров. Слушай, да и хер с ним. Мы это все забудем, валяясь на травке под аризонским солнцем. Нужно просто немного подождать и сменить обстановку. Посмотри туда. Где-то там эти твари из Арасаки пытаются понять, как они все потеряли. Скорее всего, когда-нибудь поймут. Но мы будем уже далеко. Да.
Да, мне давно надо было посмотреть на город и на себя со стороны. Город мечты. Я бы с удовольствием оторвала яйца тому, кто это придумал. Панам, я рад, что мы прошли Микоши и выбрались оттуда вместе. И вместе уедем из этого проклятого города. Попрощайся с Найт-Сити. Больше мы его не увидим. Мне казалось, тут мое место. Город знает меня, я знаю его. А теперь меня тут уже ничего не держит. Со мной та же история. О чем я вообще думала? Видимо, мы с тобой думали, что здесь у нас получится найти себя. Да, а потом оказалось, что этот гребаный город как казино в Кабуки. Я пошла ва-банк и все проиграла. Ну, почти все. Да, наверное. Хоть что-то в этой выгребной яме было хорошего. Я рад, что мы наконец отсюда уматываем. Еще будет шанс сделать ставку на что-нибудь другое. Блин, Ви, у тебя опять кровь. Я что-нибудь придумаю, панам. Вик нагрузил меня таблетками. Ну а когда доберемся до места, свяжемся со всеми вашими контактами. Они вытаскивали людей, которые были одной ногой в могиле. Они точно тебе помогут. Спасибо. Это обнадеживает. Кстати, о птичках. А что там с планом? У наших уже все готово. Едем к ним, собираем добро и снимаемся с лагеря. Дорога будет, скорее всего, трудная, но если не облажаться, проскочим границу за считанные часы. Поехали отсюда. Сейчас. Постой. Посмотри на этот город в последний раз. Ну, если хочешь, конечно. Не спеши, я подожду в машине. Ну, прощай, Найт-Сити. Спокойной ночи и удачи. Йоринобу Арасака только что подтвердил, что одной из жертв стала его сестра Ханако. Похоже, грядет перестановка фигур на самых высших ступенях корпоративной лестницы. Что ж, готовьтесь к морю крови, пота и слез. Хватит этого говна, тошнит. You're listening to 91.9 Royal Blue Radio, broadcasting live from the heart of Corpo Plaza. Почти все наши уже пересекли границу. Они будут ждать нас на той стороне. А наши сувениры из Микоши? Если бы мы подъехали к воротам с таким оборудованием, нас бы расстреляли без предупреждения. У Арасаки свои люди на каждом блокпосте. Мы проверяли. Но не все дороги так охраняют. Прикольно. Я только что понял, что опять ворую у Арасаки. Спокуха. В этот раз мы проедем у этих гадов прямо под носом. Надеюсь. Начинать заново всегда тяжко. И не говори. Есть штука, по которой я буду скучать. Это какая? Жратва. Тайская лапша на 7-й в Хейвуде, вареники в доках. Серьезно? Ну вот, поездишь с нами, тогда и поймешь, о чем я. Все, почему я мог бы скучать, я беру с собой. Ты как скажешь. Так хоть стой, хоть падай. Но тебе же было приятно. Скажи. Ха, было, спорить не буду. Теперь ты со мной. Уж как-нибудь разгребем это дерьмо у тебя в голове. Я знаю.
подруга, ты сбегаешь из Найт-Сити или едешь к бабушке на пирожки? Прибавь газу, а то буря тебя догонит. Иди ты. Меч, привет. Привет, Ви. Рад тебя слышать, Чумба. Как ты? Дай мне еще месяцок, и я буду как новенький. Говорил же, все со мной будет нормально. Да ладно, Мич. После Микоши ты не очень-то и верил, что выберешься. И мы тоже. Он пару недель валялся в постели, как овощ. Если бы не закаленные синапсы, точно отбросил бы копыта. Все-таки служба в панцирных отрядах не прошла даром. По-любому, мы живы только благодаря тебе. Жалко, что Соло нет с нами. И Тедди, и Бобби, и Скорпиона. Уж они бы всыпали бы тебе за эти фокусы с панциром, а потом обняли бы так, что из тебя бы завтрак вылез. Я знаю, Банам, я знаю. Они дали нам шанс начать все сначала. Главное его не просрать. Я рад, что ты едешь с нами, Ви. Скоро увидимся. Чувствую запах озона, даже через кондиционер. Это та самая буря. Мы близко. Все, мы на месте. Ну, наконец-то. Привет, Мич. Привет. Как насчет того, чтобы свалить отсюда нахер? Здорово. Как тут у вас? Все готово? Да, мы почти закончили. Ты нашел его, да? Там, где мы и думали? Значит, все идет по плану? Да, все на мази. Прибегай к нам, как будешь готов. Обсудим все вместе, что и как. Нужна помощь с подготовкой? Нет. Все давно упаковано и погружено. Ждали только тебя. Отлично. Тогда пройдемся по плану. Официальные КПП отпадают, это ты сам понимаешь. Поэтому поедем по старому туннелю. Он рядом со стеной. Значит, вы нашли дверку в стене. Ловко. Скорее не вы, а под. Это старый туннель для контрабанды. Один из уцелевших. Да, непросто было его найти через столько лет. Зато теперь нас уже ничто не остановит. И типа никто нас не заметит. Погранцы рано или поздно допрут, что что-то не так. Но когда их осенит, мы будем уже очень далеко. Да и с этой бурей нам повезло. Она заметет все следы. Вряд ли какая-то буря сможет сбить корпоратов с толку. У них будет куча других забот. А даже если не будет, пусть попробуют нас догнать. Быстро пожалеют. Туннель — это прекрасно, но до него еще надо доехать. И что вы планируете делать с охраной на границе? У них там техника во всех направлениях и дроны в патруле круглые сутки. А может, и что-то потяжелее. Не ссы. Мы знаем, что там и как это обойти. Кэрол и Кассиди отвлекут от нас корпоратов. Допустим, мы перебрались. Что дальше? Ну, для начала поедем в лагерь к остальным. А дальше уже все вместе двинем к Тусону. Там станет полегче?
Я правильно понимаю? Мы знаем эти дороги как свои пять пальцев. А в Аризоне есть те, кто давно нам должен. У меня были сомнения, но, похоже, теперь можно не беспокоиться. С сегодняшнего дня тебе больше не нужно решать все самому, Ви. Всегда будут те, кто тебе помогут. Ты привыкнешь. Спасибо. Ладно, пора выкатываться. А то еще бурей накроет. За вами, Панам. Ну что, газуем? Угу. Тогда подключайся. Мы и так тут засиделись. Секунду. У тебя теперь новая жизнь. Ты должен начать ее как настоящий кочевник. За штурвалом. Поезжай прямо, огибай большие ямы и не теряй из виду остальных. Я разберусь с нитро. Смесь будет идти прямо в цилиндры. Потому что без ручной синхронизации нас разнесет к херам. Этого лучше бы избежать. Бля, до меня только что дошло. Что? Стена. Ее не было, когда я была мелкой. Я даже не думала, что ее построят. Мне тогда казалось, что на севере все иначе. Я думала, там меня ждет светлая мать его будущее. Я знаю, что было дальше. Когда ты оказалась по ту сторону, ничего не поменялось, и ты подумала, что в Найт-Сити уж точно все будет иначе. Да. И финал этой истории ты тоже знаешь. А теперь, как видишь, я возвращаюсь к началу. Пиздец. Нет. На той стороне, быть может, все по-прежнему. Но ты-то изменилась. Сильно изменилась. Ну, может и так. Теперь-то у меня есть ты и эти клоуны. Я всегда готов. Тогда поднажмем! Давай, полный вперед! Они выпустили дроны. Кэрол, Кэссиди, поехали! Окей, сворачиваю на запад и включаю глушилку. Меня заметили. Сворачиваю на восток и вожу их от вас. Удачи, ребята! Увидимся на той стороне! С нитро все окей! Попрощайся с Найт-Сити. Это твой последний шанс. Мне уже нечего ему сказать. Место за штурвалом. Ну, поехали! Как раз то, чего ты хотел. Твоя новая жизнь. Только не тормози по нам. Пожалуйста.
как? Вот теперь все круто по нам. Мы едем домой. Свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать, ты тоже уезжай, Ви. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят? Реально. Сразу вздохнешь полной грудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Я все-таки не успею сегодня вернуться в лагерь. Нам идет песчаная буря. Ехать опасно, надо где-то укрыться и переждать. Я просто хотела... Я знаю, что это не первый раз. Мы с тобой что-то планируем, а в итоге все накрывается. Никогда не думала, что так тяжко быть главной. Со стороны все казалось гораздо легче. Но я так рада, что ты у меня есть. Ты даже не можешь себе представить, как много это значит для меня. Как... Буря близко! Через полминуты связи не будет! Ну вот, мне надо идти. Я скоро к тебе вернусь. Обещаю. Ви, привет. Я как подумаю, что мы вместе провернули. До сих пор сердце колотится. Горстка кочевников против Арасаки. Как мы вообще живыми ушли. Все против нас было. Я думал, все там поляжем. Но у нас получилось. И я тебе скажу, почему. Потому что нас вел не кто-нибудь, а ты, Ви. Самый дерзкий наемник во всей Америке, от Пасифики до Апалачи. Не знаю, что ты будешь делать, какие у тебя планы. Но помни, мы пойдем за тобой в огонь и в воду, брат. Только скажи. Удачи тебе на дорогах. Береги себя. Это бестия. Я хотела... автоответчик. А, ну и ладно. Ви, у меня такой вопрос. Ты сможешь передать от меня сообщение Джонни? Даже два. Первое. Он нагло разбалованный хер с манией величия.
И второе, я рада, что мы с ним поговорим. Это все. Берегите себя там, оба. Слышь, Ви, прикинь, мне тут позвонили. Ёб твою, чё, опять автоответчик? Пиздец, ты вообще трубку когда-нибудь берёшь, реально, а? До службы техподдержки уже проще дозвониться, чем до тебя. Ви! Блять, забыл, что хотел уже. А, вот, да. Сикей, звонил мне агент Аскрекс. Предлагает ехать с ними в тур. И я сначала такой, да нахуй, пошли вы нахуй. А потом думаю, а чё бы, собственно, нет? Может, развеюсь немного? А? Как думаешь? Вот я не знаю пока. Ну вот, я тебе рассказал последние сплетни. Захочешь поболтать, звони. Пока. Привет, Ви. Тут, в общем, такое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтожить. Но я посидел, подумал, может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделал для нас, для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся. Перед тем, как сделать сыппуку, самурай сочинял Чисей предсмертные стихи. Он делился последними мыслями о жизни, о смерти. Я прочитал много таких. Некоторые настоящие шедевры. К сожалению, я не самурай, поэтому я попрощаюсь с тобой по-простому. Гори в аду, Ксойеро. Привет, это Пиралис. Ви, если будешь слушать это сообщение, сначала отойди туда, где нет лишних ушей. Короче, я насчет Элизабет. Она точно как-то во всем замешана. Она все время говорит, чтобы я за собой следил. Дает мне какие-то таблетки. Говорит, что это витамины. Я сдал их на анализ в лабораторию. И вроде все нормально, но мало ли, вдруг кто-то подменил результаты. Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да, только не забудь стереть это сообщение. Тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее, но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял. И знаешь, что я вытащила? Колесницу влюбленных и солнце. Похоже, тебя ждет счастливая жизнь. Не зря ты все-таки уехал в пустоши. Удачи, Ви. Будь свободен. Мне сказали, тебе уже не нужна операция. Я не понимаю. Ты же хотел жить. Один звонок. И тебя бы спасли. Новые штаты умеют благодарить. Нет, ты решил сдаться и ждать смерти. Это за пределами моего понимания. Зачем ты это сделал, Ви?
男が来ました。 Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь.